разобрался, как вы видите, как вы занимал почту Ольга со своей новой программой. То я пытаюсь его смотреть. Да, я знаю, что много объектов, но я же всегда беру его в detail мод. Стоп, ничего, до 3 FPS упало. Просто поднимись. Фух. Чё ж не берётся-то? Секундочку. Мне с самого начала лагает. Через наушники с микро и напишите в комментариях. Мне оставить их на ушах и для честности поставить микро у мышки. Вот эта же музыка используется в еще не вышедшем Nox Travel. У меня ройки будут получаться очень длинными. Один FPS. Да, знаю, вы это не видите, но все равно. Интересно, а возможно ли играть в ГД при 70 FPS? Dark Travel. На данный момент Dark Travel — это самый сложный из Travel уровней. И один из самых длинных. Он обгоняет Lonely Travel, Dim Travel по длине. Оба они длятся 5,59, а это длится 6,14. Также он сложнее Neverending Travel, который длится 53 секунды, а также мелодик Travel, который является самым коротким, целых 5,45. Но по длине, а не по сложности, он уступает разве что мелодик Travel, который длится в 9 минут. Thank you.
Короче, кстати, в чем заключается сложность данного уровня? Он не только самый длинный, но еще там невыносимо есть узкие проходы и сложные тайминги. А самое сложное, если верить официальной ГД-вики, это дуалы, до которых я, к счастью, еще не дошел. Да и вряд ли дойду. Случайно отвлекся всего звук костра. Не кусайтесь там, спите. Да, вот такой вот сложный коридорчик. А еще я совместно со своим дружбаном. Сашок. 7-7-8-15. Что, блин? Как ты это сделал? Кстати, какие разные. Совместно со своим дружбаном. 7-7-8-15. Делаем коллаб.